Вот, ребят, смотрите, пейзажи какие. Короче, поехали по дороге, которые нам сказали, что по ней лучше на нашей позатерочке. Вот на этой вот. Лучше не ехать. Вот. Ну и по дороге мы встретили вот это. Небольшое ДТП в горах. Короче, береза спасла человека. Что он не улетел вниз. А там, ребят, он не так уж и это, низинка. Что, помочь? Помогите ему, у нас девушка, американка вообще. Жив-здоров? Так, да. Если что, снимайте. Так, давайте это. Куртни, Куртни. Let me man help him. Go away, please. Куртни. We do not leave drunk people falling down the cliff. Татьяна is making a call to this. Don't touch. Не трогайте. Машину не трогайте. Парень, не держись за машину. Давай руку. Давай руку. I would have done better. Just saying. I knew not to grab the end of the car. Then take the машина подъедет. The car can go forward. Yeah, we don't want the car to. Мужчина, давайте мы вас об это, а то иначе вас это. Is he drunk too? Машина держится. Вот вроде, не очень-то она и держится. Давай еще руку, давай. Плохо держит. Is this documentation? Okay. Yeah. Дайте руку. Его здесь нельзя оставить. А что, его-то его? Пусть сидит. Куда его оставлять? Вы когда-нибудь в жизни видели такое игру? Вот вам, пожалуйста. А он сейчас сядет за руль. Слушайте, он вообще на ногах не стоит. Он сейчас сядет за руль и кибердык ему. А у него машина это уже не поедет никуда. У него колеса пробиты. Да, ну, поедет, а не поедет, но вниз она покатит.